100 комплектов средств индивидуальной защиты поступили в больницы Буйнакска и Буйнакского района. Вручил их председатель Народного собрания республики Хизри Шахсаидов во время визита в город. Каждый комплект включает в себя многоразовые защитные костюмы, очки и маски третьей степени защиты. Спикер парламента отметил, только совместными усилиями всего Дагестана удастся побороть COVID-19 и скорее вернуться к привычной жизни. Сегодня мы решили помочь городу и району, людям, которые здесь работают, это врачам. Я хотел бы их поблагодарить за работу, потому что они подвергаются больше опасности, чем кто-либо. Я уже говорил о количестве смертей. Вот привезли для них специально костюмы. Это и халаты многоразовые, это и сапоги, и очки, и респираторы. Мы должны заботиться о наших врачах.